Всем опять привет. Поиграемся в overdrive от Данэлектро. Модель wasabi. Вышло у них несколько таких педалек с кучей крутилочек и так далее. В общем, что имеется на этом. Переключатель заводских установок различных тонов overdrive. В общем-то, их можно крутить с помощью ручки тона и добавления драйва. Есть крутилку, которую они добавили, называется микс, то есть сигнал эффекта овердрайва с прямым сигналом можно смешивать, ну и уровень сигнала. Значит, сзади есть два переключателя, которые тоже помогут. Один для датчиков, то есть можно выбирать между синглами и хамбакерами, а второй переключатель boost, который при надобности вам проигрывания соло добавляет, то есть необходимого децибел, там можно выбрать или 5, или 10, ну, для исполнения, чтобы соло было громче. Вот, значит, чистый звук, гитара, если вы видите, Gibson SG Special, усилитель Laney, кабинет 2×12. Вот с первой установки и начнем. Вот чистый. Драйв пошел. Следующая настройка. Вот такой вот драйвец. Этот точно похож на овердрайв от бога. Переключим на кранчевый канал на усилке. Послушаем, как оно его горит. Yeah.
прибор.